14 сентября в Казанском федеральном университете состоялось заседание студенческого дискуссионного политического клуба «Политсковородка». Гражданская позиция молодежи сегодня стала главной темой обсуждений. Стоит отметить, что в громких планах клуба активно включиться в работу открытого правительства и организовать информационный обмен с официальными структурами в режиме обратной связи. И, кстати, жизнь клуба «Политсковородка» развивается довольно динамично. Его площадка открытая всем. Говорить можно не только о политике, но и о проблемах образования. Данная тема близка многим, а значит, юным политикам все еще есть, что обсудить. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.